Коллеги, доброе утро. Давайте я для начала представлюсь. Да? Меня зовут Имма Каирова, я переводчик, редактор и директор нашего вот этого образовательного проекта. Кто-то из вас сейчас проходит курс Дмитрия Громова, да, базовый, кто-то просто пришел на нас посмотреть в рамках открытого мероприятия. Ну, это мое мини-резюме такое, да, я работаю больше 10 лет в профессии, я работала, наверное, со всех сторон, с каких только можно, разве что никогда не сотрудничала в качестве переводчика с бюро переводов, но сотрудничала в качестве там человека, который контролирует качество, управляет проектами, да, и отбирает переводчиков. Этот опыт мне дал возможность, да, и понимание того, чего не хватает рынку, и возможность попытаться немножко эту ситуацию исправить с помощью курса, который называется «Перевод как бизнес». А сегодня у нас такой небольшой экскурс, немножко, да, все, что можно было уложить в 2 часа там или даже чуть меньше, я постаралась уложить в программу сегодняшнего занятия. Ну, это страничка про курс, если кто-то его вдруг не знает, да, вы можете просто зайти на наш сайт и там прочитать. Минутка рекламы. Какая у нас сегодня с вами задача? Да? Вы все, наверное, хоть раз в жизни, либо сами, либо были свидетелями того, да, как люди, связавшись, неважно, с каким-нибудь там фрилансером, с каким-нибудь в буквальном смысле шабашником, да, или связавшись с реальным конкретным большим бизнесом, после сотрудничества такого или взаимодействия пожалели о том, что связались и сказали что-то типа, да, вот, человеку лишь бы, да, или людям лишь бы копейку заработать, а дальше трава не расти. Знакома вам такая ситуация? Я подчеркиваю сейчас, что это никак не зависит от формы организации, от деятельности таких людей, от масштабов этого бизнеса, да, это может быть и очень большая компания, которая исповедует такую философию, может быть, да, ну, в буквальном смысле реально, конечно, какой-то шабашник. Знаете ли вы такие истории, коллеги? В чем разница, да, между бизнесами, которые ведут шабашники, опять же, не, повторюсь, независимо, да, от масштабов, и бизнесами, которые ведут там люди-предприниматели, да, в отношении к своей работе? Я хочу, чтобы если вдруг, да, для вас работа – это что-то, что позволяет вам там обеспечивать себе качество жизни, что, по вашему мнению, должно приносить, да, деньги просто вот здесь и сейчас. Я потратила часть времени, и я должна что-то получить. Да, и что для вас не предполагает никаких инвестиций. Я сейчас не говорю про деньги, я сейчас говорю про время, про какие-то усилия. Предполагаете, скажем, свое развитие, да, про какие-то усилия, которые вы вкладываете в свое продвижение на рынке, да, в рекламу своих услуг. Если вы считаете, что все это не нужно, что работа вам для того, чтобы вы от нее получали, а не вы ей что-то отдавали, я надеюсь, что мы сегодня немножко сможем это отношение изменить. Шабашник, да, продает свое время тупо. Сегодня я потратил там час, два, три часа, и я должен там получить какое-то там что-то там взамен. Человек-предприниматель продает ценность для клиента. Человек-предприниматель работает ради какой-то пользы, ради какого-то результата, ради вклада, который он там вносит в общее дело, ради ценности, которую он своим трудом создает. Как вам кажется, в долгосрочной перспективе, и даже в не очень долгосрочной, на самом деле, кто зарабатывает и будет зарабатывать, а кто будет в итоге тратить и больше усилий и времени, и меньше получать отдачи? Предприниматель будет зарабатывать больше, но не сразу, и на самом деле, да, и предприниматель должен быть к этому готов. Действительно, может быть, в какой-то момент, да, на первых порах все вот эти инвестиции ваши, там, неважно, чем вы их делаете, временем, деньгами, какими-то усилиями, они потребуют времени, да, чтобы окупиться.
Но в дальнейшем, да, чем больше будет проходить времени, и если вы будете не прекращать эти инвестиции, со временем их потребуется немножко меньше, да, тем устойчивее будет ваш бизнес. Да. Люди, которые говорят, и меня на самом деле это очень сильно бесит, это очень сильно противоречит моим ценностям и убеждениям, и я всегда очень бурно реагирую, да, что типа, почему я там должен париться, там, о деле клиента, вот я там тебе продаю свои знания, да, а это в лучшем случае знания, это чаще всего только время на самом деле. Каких-то там сверхнавыков часто не бывает, да, и чтобы сказать, что человек продает очень крутой продукт и может себе позволить выбирать там, как это делать. Эти люди на самом деле в перспективе, даже не только в долгосрочной, но и в среднесрочной, тратят гораздо больше усилий на то, чтобы постоянно находить новых клиентов. Потому что люди, которые не вникают, да, в ваше дело, которым там наплевать на то, что будет после того, как они получат свои деньги и уйдут, на самом деле ни для кого не становятся доверенными исполнителями, да никто с ними не стремится строить отношения. Ну, в лучшем случае про них просто там забывают, в худшем вспоминают с не самыми приятными эмоциями. Нам сегодня с вами надо будет пробовать посмотреть, да, на свой фриланс, да, кто чем занимается, на свою работу, как на такой бизнес. Пока что пускай за одного человека, да, но все-таки такой маленький, да, гордый и перспективный бизнес, который обязательно в скором будущем там вырастет во что-то серьезное, да, в какой-то известный на рынке бренд, пускай известный там в узком кругу нескольких ваших постоянных клиентов, но эти клиенты там будут хотеть оставаться с вами, будут выбирать вас осознанно, а не по принципу там, ну, по крайней мере, все не так уж и плохо, да. Нельзя заниматься каким-то серьезным делом, да, и не ставить себе цели, не иметь стратегии, да, не понимать, какие задачи вы решаете. Поэтому нам нужно, да, вот эти 4 шага сделать. Первые 3 будут такие немножко практикоориентированные, да, но с уклоном в теорию, а на последний мы рассмотрим, ну, совсем, конечно, основы основ, да, поговорим о том, как вы пишете письма, как вы себя продвигаете, как вы предлагаете свои услуги, да, ну, на примере откликов на вакансии, каких-то ваших профилей в тех местах, где вы сидите и ждете своих клиентов, да, и ваших резюме. На самом деле наших, да, но я расскажу, как должно быть. Тогда у нас первый шаг, нам нужно поставить цель. Что я понимаю по цели в данном случае, да, это то место, да, ну, как бы в большом бизнесовом смысле, может быть, да, это ваше видение какое-то. Это то место, которое вы хотите занимать. Да, хоть это все и построено у нас на курсе перевод как бизнес, да, всякие бизнес-тренеры и коучи любят рассказывать про вот этот большой успешный успех, когда вы такой где-нибудь на Бали, да, лежите с ноутбуком на пляже, и вам постоянно приходят смс, что вы получаете деньги. На самом деле все не так. Я считаю, что успех это то, что нужно лично вам. Потому что для многих людей, да, идеальная там форма организации работы, это когда ты работаешь там пятидневку, там с 9 до 6, да, и не несешь особой ответственности там за что-то, да, просто такой винтик в большом механизме, который хорошо, замечательно работает, который видит там свой вклад в этот механизм, который просто чувствует себя на своем месте, да, с радостью, с удовольствием идет на работу, приходит. Для кого-то это просто невыносимо, да, и лучшая работа это когда ты сидишь дома, на тебя валятся там проекты, ты весь в огне, да, как там было, потому что переводчик это легко, просто в аду, да, ты едешь на велосипеде, велосипед горит, и все в огне, и вот это вот все, да. Кому-то такой режим подходит, кому-то такой режим не подходит, и какой-то единой для всех формулы успеха у меня, конечно же, нет и быть не может. Но чтобы правильно задать себе цель, вы должны разобраться вообще с тем, что нужно именно вам и что подходит именно вам. К сожалению, да, нас как-то не очень учат, да, вообще на такие вещи обращать внимание.
есть там какой-то такой для всех алгоритм, как бы понятный. Ты сначала получаешь образование, потом ты получаешь работу, там ты не обязан ее любить, да, там не обязан получать удовольствие. Работа — это то, что тебя кормит. Там, в лучшем случае, все так и сложится, да, человек в этом чувстве осознанной необходимости будет действительно ходить на работу и не сильно страдать. В худшем, да, вы выйдете из вуза и не получите эту работу. Ну, хотя бы потому, что у нас такая профессия, что найти штатную должность переводчика можно далеко не в каждом городе в нашей стране. А даже там, где они есть, их на всех не хватает, да. И начинаются вот эти вот фрустрации. Человек вынужден идти на фриланс. На фрилансе все не очень хорошо, он читает всякие там комментарии в сообществах и начинает верить, что вообще это все так и должно и быть, и жизнь, боль, и вот это вот все. Вы когда сюда шли, ну, здесь, я так понимаю, не только коллеги с курса, да, уже, когда вы шли на это мероприятие, что вы хотели тут услышать? У вас, ну, просто посмотреть, да, что что-нибудь может быть новенькое, или у вас действительно там ощущение, что все плохо, или у вас ощущение, что все у кого-то хорошо, но не у меня, и, может быть, я узнаю, что делать и куда двигаться. Напишите, пожалуйста, кому не жалко. А проблема большинства людей, которые не удовлетворены, да, текущим положением дела, она как раз вот в отсутствии цели и в непонимании того, куда они хотят пойти, к сожалению, да, потому что, ну, проблема такая вот вынужденная, потому что на самом деле нас никогда не учили вот все эти вещи учитывать. Сейчас мы очень быстро попробуем разобраться, да, но во всяком случае у вас будет пища для размышлений. Может быть, вы чуть-чуть, подумав там для себя, что-то решите в дальнейшем. Да, чтобы определить цель, надо немножко покопаться в себе, да? Психология современная выделяет 4 типа так называемых профессиональных идентичностей личности. Это, ну, какой-то набор, да, так называемых soft skills, ваших убеждений, да, ваших ценностей. Понимаете ли вы разницу между ценностями и убеждениями? Напишите, пожалуйста. Этот набор делает для вас тот или иной характер работы, да, и количество риска и ответственности, которое эта работа подразумевает, более или менее привлекательной или непривлекательной, да? Вариантов много, что-то вам нравится и кажется работой мечты, а что-то вам не нравится. Мы же все понимаем, что в абсолютно любой работе есть и плюсы, и минусы. Просто кому-то в этой роли будет замечательно, комфортно и прекрасно, а кому-то, наоборот, максимально дискомфортно, да, и будет хотеться совсем другого. И это не потому, что, да, у работы есть какие-то объективные, да, критерии прекрасности или наоборот, а потому что вот именно этот конкретный человек чему-то больше или меньше склонен. Нам сейчас с вами нужно будет найти в себе, да, чего в нас больше, какой из этих 4 типов личности. Мастера — это такие люди-художники, да, вот это вот я так вижу. Они там вот в душу буквально вкладывают в свое дело, да, они действительно, наверное, лучше, чем все остальные делают то, чем они занимаются. Но не надо их трогать со своими дедлайнами, да? Не надо им там объяснять про свою вот эту вот бизнес-необходимость, да? Вот я тут такое важное дело делаю, вы тут ко мне лезете со сроками. Какие могут быть сроки, да, когда тут искусство творится буквально, да? Это, кстати, те самые люди, да, которые громче всех выступают, что их прекрасные переводы не покупают, да, что их норовят там купить за 160 рублей, что их никто не ценит так, как нужно их ценить, да, и пытаются там у них все время урвать, вот, потому что мир там слепо глух к прекрасному. Если вы в работу вкладываете прям всю свою душу, да, если вам кажется, что вас недооценивают, хотя вы ничего не делаете для того, чтобы вас вообще знали и видели. Вы просто работаете, создаете шедевры, да? Вы там ждете, когда же наконец вот это вот к вам слава придет. И не хотите, в общем-то, делать ничего другого, да, но при этом на самом деле любите свою работу искренне, то вы тот самый мастер, да, или там создатель, или креатор, как вам нравится. Есть люди-специалисты, это люди идеальные исполнители. Есть такие люди, которые оканчивают вуз,
приходят куда-то на работу и вот прям до пенсии работают, да, у них там есть какой-то, может быть, карьерный рост, может быть, нет, но там всегда вот понятно все. Мне всегда немножко было странно на таких людей смотреть на самом деле. Мне кажется, что это прям очень удивительным и очень скучным, если честно, да, когда ты всю свою жизнь ходишь на одну и ту же работу. При этом они на самом деле, да, могут быть прям прекрасными вот этими самыми винтиками, да. Очень часто, когда из коллектива вот этот винтик убирают, то там прям вся компания начинает разваливаться. У них есть конкретный круг задач. У них есть, да, там, ну или ТЗ какое-нибудь, да, техническое задание. И они будут по нему работать и чувствовать себя там замечательно, удовлетворенно, и больше им ничего не надо. Если дать ТЗ мастеру, мастер, конечно, скажет, что вы меня тут учите, как работать, я и без вас знаю, да. Это, ну, не факт, что мастер сделает хуже, да, может быть, даже лучше, может быть, там, правда, все оптимизирует. Но сам факт вот этого задания и контроля для мастера будет уже невыносим. Для специалиста отсутствие такого задания просто лишает возможности сесть и начать что-то делать. Есть предприниматели. Знаете, вот этих людей, да, наверное, у всех есть такой одноклассник, который учился на тройке, а сейчас вы все такие умные, но немножко бедные, да, а у него сеть салонов красоты там или магазинов, ездит он там на Лексусе. Ну, если это не ваш одноклассник, то это чей-то там из ваших близких одноклассник, да. Это люди, которые вот умеют предпринимать, да. Сейчас мы немножко не про того предпринимателя, о котором говорили изначально, да. Это люди, у которых такая высокая толерантность к риску, да, они не боятся, да, ну, даже иногда, может быть, они просто не боятся, потому что они понимают количество этих рисков. Да, где-то на уровне убеждений у них есть убеждение, что можно просто вот, ну, нужно просто взять и начать что-то делать. Это замечательное убеждение на самом деле, да, и нам нужно его в себе прорабатывать, если мы планируем развиваться как-то в самостоятельном плавании, да. Втройне замечательно, если предприниматель при этом, да, осведомлен и понимает, что, зачем и как делает. У таких людей закономерно все всегда хорошо, да. Пример про троечника, да, чтобы вы понимали, что вот ваш успех там, ваша успешность в предпринимательской деятельности, да, она никак не связана с вашим текущим уровнем профессионального развития. Чтобы начать делать бизнес, надо начать делать бизнес, и больше ничего не надо. Ну, и есть еще люди-инвесторы, да, это те, кто знает, куда нужно вовремя вложить, да, и когда вовремя забрать там эти свои деньги, да, это не обязательно на уровне вот прям конкретных инвестиций, да, вкладов финансовых, какие-нибудь ценные бумаги там или бизнесы. Это могут быть те же предприниматели, которые, да, сегодня лепят пельмени, завтра что угодно там, не знаю, продают овощи, а послезавтра у них собственный банк, потому что сейчас в этом, да, больше денег и возможностей заработать. Кто-нибудь узнал себя ли в чистом виде в каком-нибудь из полюсов? На самом деле, да, вот прям таких стопроцентных мастеров, специалистов, инвесторов или предпринимателей, ну, практически не бывает, потому что это, да, универсальный для всех набор каких-то там скиллов, да, знаний, умений, навыков, каких-то убеждений и ценности, и в разном сочетании они дают больше склонностей в ту или иную сторону. Но есть люди прям почти, да, мастера или почти специалисты или почти там предприниматели. Да, вот я, например, не инвестор, но я, например, никогда не была предпринимателем. То есть то, что там последние несколько лет я стала понимать, это то, что, ну, просто усилием воли, да, ты понимаешь, чего тебе не хватает, потому что у тебя есть какие-то цели, но ты не можешь их добиваться, например, из мастера. Я на самом деле не очень специалист, но как бы все вот эти вот soft skills, да, так называемые, конечно же, поддаются развитию и совершенствованию, да, если у вас есть их зачатки или их просто нужно как-то, да, немножко развить. Если вы сейчас для себя выясните, что ваша цель и ваша вот та
профессиональная идентичность, которые вы больше склонны, не соответствуют друг другу, можно, да, просто подумать для себя, чего вам не хватает, и попытаться в себе вот эти soft skills, да, там и не только soft, развить. А здесь еще очень важное значение имеют, например, ваши убеждения. Вот единственное, что мы никогда не поменяем, это ценности. Вот на примере, да, мастера-специалиста, у мастера в ценности стоит результат. И мастер, чтобы этот результат достичь, может, да, делать все, что угодно с процессом, может искать какие-то пути и подходы. Для специалиста очень важен процесс, чтобы он был отработан, да, по, как это называется, техники, там, технологическая карта или что-то такое, да, чтобы от этого процесса люди не отклонились, чтобы все сделано было правильно. Причем специалист, поскольку он отвечает только, да, в общем, в конечном результате, только вот за этот свой кусочек, который выражается в процессе, он его будет не парить, что там в конечном итоге получится. А мастера будет очень сильно бесить, что люди вот тупо потратили там столько времени, да, вроде все отработали, а вышло в итоге не то, что нужно. Вот с этим вы никогда ничего не сделаете, если у вас это где-то живет на уровне ценностей. Поменять можно, например, свои убеждения. Убеждения – это то, что нам, ну, как бы, ну, не то, что навязали, да, то, что вот вы раньше, может быть, для себя не анализировали, хорошо это или плохо, правильно или неправильно. Просто вот каким-то образом, да, у вас в голове появилась идея, что нужно делать вот так и не делать, например, никогда иначе. Например, да, у нас может быть у очень многих, да, убеждение, что деньги достаются тяжелым трудом. Да, чтобы заработать, нужно вложить что-то. Ну, не обязательно тяжелым, но моим личным трудом. У меня очень долго было такое убеждение. И поэтому мне было очень трудно стать предпринимателем, да, и совершенно точно я пока что вообще не вижу себя инвестором. И не знаю, увижу ли когда-нибудь. Да. На самом деле вокруг миллионы людей, которые собой опровергают это убеждение. Да. Есть люди, которые просто хотят, чтобы у них были деньги, и не хотят ничего для этого делать, и им кажется, что так можно, и у них почему-то это получается, да. Есть люди, которые даже там в собственный бизнес не сильно вкладываются, он там все как-то работает, шалка-валка, но работает. Могло бы, наверное, лучше, да, если туда всерьез направлять усилия, но во всяком случае, да, люди там в своем убеждении получают подтверждение того, что оно правильное. Я вам предлагаю, да, потом на досуге поковыряться в себе. Во-первых, определить, да, что у вас больше, мастера, специалиста, там, инвестора или предпринимателя. Подумать, чего вам не хватает, если хочется немножко, да, куда-то в другую сторону уйти. И подумать, что вам мешает стать там вот этим, да, или что вам, может быть, наоборот, будет помогать. Еще чуть-чуть о том, как эти, да, между собой взаимодействуют. Вот мастер – это человек, который, когда будет предлагать свои услуги, если он снизойдет, конечно, до этого, будет говорить о качестве перевода. А предприниматель – это человек, у которого есть бизнес-необходимость. И вот качество перевода этой бизнес-необходимостью бывает вообще не всегда. Кто-то там из наших коллег когда-то в прошлом, по-моему, году проводил опрос среди своих клиентов, да, кто-то из бюро, и для них стало таким большим открытием, что качество перевода, заказчики перевода где-то там на третье-четвертое место поставили в списке своих приоритетов. На первом месте у всех стояла скорость, у всех стояло удобство сотрудничества, да, и где-то там уже вот совсем не так уж это все и важно, как вы там напереводите. Да. Я, конечно, как мастер в большей степени, чем все остальное, немножко тоже против этого подхода, но, да, факт остается фактом. Вот если предприниматель придет к мастеру, который, ну, плевать хотел на самом деле на ваши сроки, он взял у вас заказ, и тут выяснилось, что он не может, да, сделать так идеально, как он хочет это сделать за тот срок, который ему дали. И мастер, конечно же, зафакапит срок. Потому что он никогда не пожертвует там качеством своей работы, да. А предприниматель, конечно же, скажет, ну вы что тут мне там, да, мешаете моему бизнесу, вы мне создаете риски, вы мне тут срываете процессы, и будет в своем праве, да, там, негодовать. Эти люди
никогда не начнут друг друга понимать, да, пока предприниматель не начнет анализировать и понимать, на какую задачу кого его нужно нанять, да. То есть, если мне сейчас важно качество, я должна смириться, что со сроками у меня будет все непредсказуемо, да, например, или что там, может быть, мне там отдадут в каком-нибудь другом виде и формате документ, потому что человек решит, что так надо, но зато я буду знать, что там как бы, ну, максимально возможное все сделано в плане качества. Если мне надо быстро, то лучше я пойду к специалисту, который сделает как может, но весь процесс от и до выполнит, да, и во все условия ТЗ уложится. А мастер, конечно, будет негодовать, да, у нас эти прям такие сказочные всегда дебаты по этому поводу, да, когда предприниматель будет у него требовать сейчас быстро и вот за эту конкретную цену, а у человека там, ну, высокое искусство творится, вот это вот все. Подумайте, да, если сейчас еще не совсем определились, чего и кого вас больше. Если вот вы прям совсем-совсем начинаете, да, вам, наверное, конечно, сейчас будет немножко трудно с этим определиться, но вы должны уже сейчас понимать, что вы обязательно должны будете рано или поздно выбрать для себя специализацию, если у вас ее до сих пор нет. Это аксиома, с ней невозможно спорить, да, переводчик без специализации – это дилетант широкого профиля. Вы будете работать, ну, совсем там уже бюро, да, вот такими из самой нижней части пищевой цепочки, которым вот лишь бы кому-нибудь отдать уже этот заказ, который никто не хочет. Вы будете, да, не понимать, почему вам не отвечают. Вы будете не понимать, почему вам не хотят платить больше. Ну, потому что ни один серьезный заказчик, да, никогда не свяжется с человеком, который уверенно заявляет, что одинаково хорошо переводит все и везде. Я даже никогда не скажу, наверное, уже, что я в идеале, да, там, владею русским языком, потому что огромное количество сфер, там, знаний, науки, техники и чего угодно еще, в которых я ничего не понимаю, и мое знание языка ограничивается способностью прочитать текст на русском языке, да, и понять его, ну, хотя бы частично, а то и нет. А переводчики, которые смело переводят в обоих направлениях, в любой сфере, ну, это, да, слабоумие и отвага, то, что называется. У кого нет специализации и почему ее нет, да, если вы только начинаете, я вас очень хорошо понимаю, да, на этом этапе перебирать харчами вообще не приходится. Приходится браться за все, что дают. В конечном итоге, да, из этого, что дают, может отрасти специализация. Это и как бы неплохо, очень многих так происходит, да, потому что вот вы каким-нибудь чудом урвали один заказ, потом вы этот заказ указали в качестве опыта, да, и люди уже, ну, как бы хоть как-то минимально, чтобы сократить риски, отдают вам за переводы на эту тему, и через 3 года вы так очнулись, а вы уже там специалист в сельхозтехнике, например, да, или у меня так получилось с бизнесом, ну, не то, что я не перебирала, да, меня просто пригласили на собеседование в компанию, в которую я как бы никогда бы не сунулась, потому что там слишком все серьезно. Я неожиданно для себя прошла все их тестирование, потом также неожиданно прошла 4 этапа собеседования. И на каждом собеседовании я говорила, вы, ребята, немножко как бы не по адресу, потому что я вообще ничего не понимаю в том, чем ты занимаешься. Они говорят, ничего, разберешься. И в итоге, да, у меня теперь в резюме такие бренды, что отказываться от этой специализации будет очень там странно и глупо для меня. Ну, да, мы договорились с тем, что у нас у всех будет специализация. Теперь важно понимать, как нам ее выбирать. Ваша специализация, да, для того, чтобы вы хотели работать, для того, чтобы вы могли себе позволить работать, да, для того, чтобы эта ваша работа вас обеспечивала, а не была для вас очередным источником, да, расхода ресурсов, которые надо инвестировать. И для того, чтобы вы на самом деле могли быть конкурентоспособны, должна выбираться с учетом вот 3 вот этих факторов. Во-первых, да,
правда выбирайте себе дело по душе. Это очень важно, потому что вам, ну, минимум треть оставшейся жизни, да, ну, или, по крайней мере, ближайшие 30, 40, 50 лет, вам придется читать, писать, говорить, думать, разбираться в этом предмете постоянно. Это вот прям очень, это очень много. Если вам это не интересно, да, то есть если вот эта ситуация сложилась, когда вам, ну, просто сложилась у вас эта специализация, да, случайно, и, но на самом деле у вас к этому не лежит душа, и ваши таланты никак с этим не согласованы, вам будет очень грустненько. Наверное, да, на том этапе, когда вы прям глубоко разберетесь, да, у вас просто будет все получаться, вы немножко так полюбите отчасти, да, это все, но просто там радостно бежать на работу каждое утро, да, просыпаться и думать, что же мне там такое новенькое прислали, что за новый трактор мы сегодня переводим, ну, вряд ли вы будете. Чтобы так просыпаться, да, в таком настроении, нужно прям, ну, просто даже интересно, нужно, чтобы это была ваша настоящая страсть. При этом, да, немножко надо все-таки здравый смысл включать, да, и понимать, насколько мои страсти, да, согласованы с моими талантами. Я, например, в принципе, да, интересуюсь правом. Ну, с той позиции, с позиции человека, который, да, такой убежденно законопослушный гражданин и свято, может быть, иногда наивно верит, да, что закон есть закон, и вот это вот все. Но так устроен мой мозг, что я, в общем-то, не очень внимательна. Я так читаю очень быстро по диагонали, да. Ну, как бы у меня образное мышление, когда я что-то читаю, я не вижу отдельных слов, да, каких-то, я вижу какие-то образы. Законы, сами понимаете, так читать нельзя. Там, где от синонимов зависит, может быть, сущность и суть самого договора, да, образное мышление будет только мешать. Поэтому я для себя понимаю, что юридический перевод – это не для меня, потому что мои способности, да, мои какие-то особенности мышления и личные качества, они не позволят мне быть идеальным специалистом в сфере юриспруденции. Либо я должна буду прилагать прям вот сверхусилия какие-то, и это будет очень меня выматывать, и это будет, конечно же, сказываться на скорости перевода, да, и в конечном итоге мне это все надоест, рано или поздно, и моя любовь к праву очень быстро улетучится. Либо я буду просто гнать фуфло, и у меня будет не очень хорошо складываться отношения с клиентами, например, да. При этом мне нравится еще психология, да, ну, нравится так, просто пока мне это все там для себя в чем-то интересно. Книжки по психологии, например, я бы переводила, я их сейчас перевожу, но с книжками у нас в стране не очень, да, в сфере книгоиздания очень низкие гонорары, и можно там хоть убиться, хоть запродавайся себя, да, есть какие-то части рынка, да, в которых денег нет, и их там не будет. Если ваша фамилия не Нора Галь, да, там, ну и хотя бы не Виктор Голышев, то вы можете, ну, что угодно делать, никто вам не будет платить каких-то огромных денег, которые вам позволят наслаждаться вот этими вот книжками, да, своей работой, и при этом не думать о том, чем мы будем там в этом месяце платить за квартиру, или так, платим мы за квартиру или едим в этом месяце, что-то такое. Особенно если вы мастер, то как бы о книжках лучше, да, думать как о каком-то хобби с бонусом в виде там микрооплаты. Потому что вы будете вкладывать, со своей привычкой вкладывать душу, да, вы будете там до бесконечности стремиться к совершенству и ничего не заработаете в конечном итоге. Мне интересен также маркетинг и реклама, да, и это та специализация, которую я выбрала для себя осознанно. Потому что именно вот это мое образное мышление здесь очень сильно помогает, потому что здесь я могу реализовать свою эту тягу к графомании, скажем так, да. И, в общем-то, да, это та сфера, в которой есть деньги. Про критерии и как их нужно учитывать. На самом деле, да, вот выбрать не очень сложно, если позволить себе выбирать. Если непонятно, что вам нравится, да, посмотрите там на свои хобби, может, что-то найдется там. Посмотрите на свои какие-то увлечения, посмотрите на, просто обратите внимание, на какие заголовки вы кликаете в Яндекс.Дзене, например. Да, что-то вам ближе, что-то вам не так уж интересно, а может быть, вы там геймер и
всю жизнь нервничаете, глядя там на локализацию своих любимых игр. А что будет, если вы вычленить один из элементов? Да? Чтобы вы понимали, насколько это важно. Можно заниматься любимым делом, да, и при этом иметь к нему склонности, но получать копейки. Это значит, что у вас не будет права практически на качественный отдых. Это значит, что у вас будет постоянный тревожный фон, потому что вы думаете, там, чем мне заплатить, да, если уж, не дай бог, у меня там выпал зуб, и вот это вот все. Такая работа очень быстро вас истощит эмоционально, да, вот это... История с эмоциональным выгоранием на работе, она часто вот отсюда. Когда работа любимая, когда у меня все получается, да, это прям мое. Ну вот что-то постоянно меня тревожит и гложет, и покоя не дает, да. В конечном счете, да, ваше эмоциональное состояние, оно скажется на качестве вашей работы, и это все вообще потеряет смысл. Вы можете получать деньги за то, что вы умеете делать, но при этом не любить это дело. Рано или поздно вы начнете саботировать свое вот это занятие, да, вы не будете стремиться и к возможности там получить какие-то новые знания, повысить квалификацию, развиваться в этой сфере. Поскольку все, что не прогрессирует, оно деградирует, да, это тоже рано или поздно в какой-то долгосрочной перспективе обернется для вас проблемами, да, на работе. Там, ну, возможность радостно там за хорошие деньги ежедневно лажать, может быть, да, и кажется на первый взгляд привлекательной, но надо помнить, что в списке базовых потребностей любого человека, да, есть потребность в самореализации, потребность в уважении, признании, да, в том числе в профессиональной сфере, на работе. Поэтому, когда вам денег начнет хватать, вы все-таки захотите чего-то более высокого, да, и перестанете очень недополучать удовольствие от того, чем занимаетесь. Да, возьмите, напишите список всего, что вы любите. Напишите список всего, что вы умеете. К чему у вас есть склонности, к чему ваши там личные качества, да, и особенности личности, и мышления, и всего остального делают вас расположенным, да, или эти качества там позволяют вам чем-то заниматься конкретным. А потом посмотрите, да, поизучайте там предложения, хотя бы те, которые есть, посмотрите на количество предложений в этой сфере, посмотрите на стоимость среднюю в этой сфере. И вот на стыке всех вот этих трех штук вы, может быть, что-то для себя сможете найти. Глядя на свою, там, на свои задачи со стороны предпринимателя, я уже могу там немножко подогнуться и сделать так, как от меня хотят. Хотя внутри у меня там будет негодовать просто мастер и говорить, что это такое, что вы тут меня учите. И вот это все. Теперь нам нужно определиться, да, как мы организуем свою работу, да. Как бы это ни казалось очевидным, да, но на самом деле форма организации может быть никак не связана с той профессиональной идентичностью, в которой вы себя нашли. То есть совсем не обязательно мастер будет работать на фрилансе, специалист в штате. Вообще не обязательно. Вполне возможен, да, такой условный фриланс в штате, когда вы такой весь творец, у вас гибкий график, и всем нужно только вот этот чудо-продукт, который вы выдаете, и все остальное они вам разрешают, и все что угодно они вам позволяют. А есть такой себе вполне штат на фрилансе, когда вы просто работаете на человека или компанию, да, но фактически подчиняетесь трудовому распорядку этой компании. У вас есть какие-то ваши личные процессы, из которых вы не имеете права никуда выходить. У нас есть еще, например, удаленная работа. Да, это когда в штате, но дома, и при этом, да, у вас, может быть, даже не будет графика. У вас будет либо количество часов, которые вы отрабатываете, либо количество, там, объем задач каких-то. Да. Все что угодно. Особняком немножко, конечно, стоит бизнес, потому что заниматься им можно только при наличии компонентов, да, которые делают из человека предпринимателя или инвестора. С этим как у вас, да? Кому-то вот принципиально важно ходить на работу.
каждый день, потому что вот человек чахнет, сидя дома. Кому-то совершенно не задалась вот это вот выходить из дома идея. Но при этом, например, не хочется связываться со всеми дополнительными, да, нагрузками, со всеми процессами, которые вы выполняете, если работаете там прям на чистом фрилансе. Да, вы же понимаете, сколько на вас на самом деле всяких процессов. Здесь еще раз, да, оговорюсь специально и дополнительно. Когда я говорю фриланс, я ни в коем случае не имею в виду незаконную предпринимательскую деятельность. Независимо от того, где и как вы работаете, вы должны работать либо, да, по трудовому договору, если это штатная должность, либо удаленная, либо офисная, либо если вы выбираете для себя фриланс, да, вы работаете там, не знаю, на патенте, работаете в качестве ИП. Вот сейчас у нас уже подъехал буквально закон о самозанятых и так далее. Мы соблюдаем законы, да. Ну, есть, конечно, вариант работать в качестве физлица по договору, да, когда за вас клиент все платит, но это просто тупо невыгодно, я в этом смысла не вижу вообще никакого. Выходить на улицу, но не ходить на работу, ну, это вообще обязательно, да, на самом деле вы можете не ходить на работу, а выходить на улицу вы просто обязаны, да, если вам этого особенно хочется. Организация фриланс-деятельности, конечно, отдельная, очень большая тема. Может быть, когда-нибудь на нее мы тоже поговорим. Если вы сидите на фрилансе, да, очень может статься так, что вы забудете о своем здоровье, да, своем организме, о том, что у него есть тоже какие-то потребности, очень легко забыть об этом в 20, потому что вот в 35, например, уже он не дает расслабиться, да, если там не поспал ночь, то получи с утра головную боль, там еще что-нибудь, да, не погулял 2 дня, значит, у тебя там начали ломаться ногти, витамина D тебе не хватает, вот это вот все. Что-то для себя определились, договорились ли мы с вами, да, по поводу легализации деятельности, если вы выбираете фриланс, или для кого-то это не очень приятная идея. Если вы остаетесь на фрилансе и не хотите, не считаете нужным, да, регистрироваться, есть ли у вас на это какие-то причины, давайте их обсудим, например, очень быстренько сейчас. Фрилансер, да, который скиньте мне денежку на карту, воспринимается автоматически как вот тот самый шабашник, о котором мы говорили в большинстве случаев. По крайней мере, нормальным бизнесом будет восприниматься так. Да? С таким же шабашником он, конечно, будет хорошо находить общий язык, но предприниматель наймет только предпринимателя. Ваш официальный статус, да, он все равно, конечно, очень много говорит о вашем отношении к работе и о перспективах сотрудничества с вами. На этой картинке у нас изображена пищевая цепочка на рынке переводов, как я ее называю. Есть клиент, да, большой, да, вот этот вот толстый, жирный, черный практически человечек, у которого возникает необходимость в переводе. Да, это какой-то бизнес чаще всего. Реже это какое-нибудь физическое лицо, которому надо перевести документик. Но мы, да, их в принципе не рассматриваем в рамках этого разговора, да, или курса перевод как бизнес тоже, потому что это такие разовые задачи, которые не стоят инвестирования туда каких-то денег, да, и усилий и прочих ресурсов, времени, конечно, в первую очередь. А наш клиент – это какой-то бизнес, крупный или мелкий. Когда у клиента возникает потребность что-то перевести, он отдает перевод своему штатному переводчику, если такой есть, да, такие есть только там, где потребность это постоянная, да, и есть каждый день и в достаточных объемах. Либо, если штатного переводчика нет, он может отдать какому-нибудь фрилансеру свой заказ, да, напрямую получить от него потом. Может отдать фрилансеру, да, может отдать субподрядчику, не зная, что он субподрядчик, может отдать субподрядчику, зная, что он субподрядчик, может отдать в бюро. У бюро, в свою очередь, да, тоже пойдет либо к штатникам, либо к фрилансерам, либо в бюро помельче, которое скажет, я за процент вам там типа все сделаю, может быть, даже не скажет, не знаю, как там у них это все устроено, ну и так далее. Эта цепочка вообще может быть бесконечна, особенно в наших реалиях. Да? Вот видите, чем ниже уровень, тем меньше денежек. Да, и тем тащее и прозрачнее фрилансеры. Ваша задача найти себя на этой картинке сегодня и найти себя на этой картинке там, где вы хотите себя видеть завтра, да?
ну или как получится, может быть, через 3 дня. Я хочу только сразу ваше внимание обратить, что вот этот вот жирный, большой, красивый клиент, он совсем не обязательно, конечно же, платит там какие-нибудь условные 1500, из которых до вас доходит 150 рублей из 4-го бюро переводов. Этот клиент с тем же успехом может платить 150 рублей. Поэтому если вы выбираете, да, место по принципу, чтобы было больше денежек, ну, тут как бы вообще не факт. Можно работать напрямую с прямым клиентом, но при этом получать как бы, ну, не намного больше, чем вы получили бы в агентстве. А зато бонусом получить очень много всяких дополнительных процессов и задач, которые решало бы за вас бюро переводов. Очень часто, да, я особенно вот, когда начинаю работать в рамках перевода как бизнес, да, с новыми людьми, им почему-то кажется, что вершина карьеры фрилансера – это работа с прямым клиентом. На самом деле, как бы, да, это, опять же, вот история с вашей профессиональной идентичностью, которой нужно определиться, и либо ее трансформировать как-то, да, и чуть в чем-то куда-то в другом направлении начинать развиваться, либо просто принять, что вот, ну, как бы, да, вот это мое место, и мне это комфортнее, да. Бюро переводов – это такая, ну, почти работа специалиста. Наверное, все равно больше работа специалиста, чем работа мастера. Работа с прямыми клиентами – это работа мастера вместе с предпринимателем. Потому что работа с прямыми клиентами – это ваш личный B2B там, или B2C, или B2G, куда вы там поведете бизнес. Вы абсолютно все делаете сами. Да, все процессы на вас, вы несете все риски сами. Вы за все отвечаете, и вам нужно еще при этом находить клиентов, как-то к ним, с ними выстраивать отношения, вот это все. Да, вы, во-первых, полноценно делаете всю работу предпринимателя, а во-вторых, вы полноценно делаете всю работу потом там или мастера, или специалиста, смотря как ваш предприниматель договорится с клиентом. А может быть, да, он договорится так, как вы не очень-то сильно хотите. Если вы работаете в бюро, да, то бюро, по сути, работает на вас. Если вам там немножко кажется, что вот они берут с клиента, там недавно что-то было 1500, а нам платят 160 рублей, но на самом деле, скорее всего, не так, там, где платят 160 рублей с клиента, берут далеко не 1500, ну, может быть и так, но посчитайте, сколько усилий и всего остального вы затратили бы на то, чтобы получить этого клиента. Скорее всего, вы бы просто его не получили, потому что он получен по тендеру, да, а вы не хотите регистрировать ИП, даже не то, чтобы сидеть, связываться с тендерами. Я не то, чтобы сейчас, да, защищаю бюро, их там тарифные политики и их подход к работе с фрилансерами. Я на самом деле не просто так с ними стараюсь не работать и не работаю. Но просто вы должны понимать, что от ваших особенностей, да, от того, как вы хотите организовать свою деятельность, может, например, очень зависеть вот это все будет, Светлана, я надеюсь. Ну, не на дне пищевой цепочки, ну как бы, да, у вас вариант, да, если говорить про верх пищевой цепочки, вы либо фрилансер большого бюро, которое не пятое там в отношениях с клиентом, либо вы на фрилансе, работающий напрямую с клиентом. И здесь большая разница. Либо вы сами делаете все, либо вы в роли специалиста, да, может быть, иногда мастера, если у вас специализация подразумевает это. Здесь нужно понимать, на кого вы фрилансите. Либо вы, там, например, такой весь мастер и скидываете все задачи предпринимателя на какого-нибудь другого фрилансера, который сам ничего делать не умеет и договаривается, умеет хорошо, да, но тогда вам нужен вот этот партнер, который будет вашу предпринимательскую функцию на себя брать, да, вариантов можно сколько угодно придумать. Здесь, на этом этапе, мы должны уже, да, понять, чего и куда мы хотим попасть, да, как мы хотим работать, на кого, может быть, да. Понятно с этой частью, да, вам нужно разобраться, к чему вы больше склонны. Вам нужно начать хотя бы определяться со своей специализацией, да. Вам нужно, ну, определиться, да, как мы хотели бы, предпочли бы организовать свою деятельность. И, ну, найти хотя бы, да, то вот целевое состояние на этой пищевой цепочке, к которому вы будете стремиться. Вы просто
да, находясь на своем месте, вы обречены на успех. Просто да, само то, что вы там делаете то, что надо, и там, где надо, будет значить, что у вас всегда будут там деньги, ну и все, что вам нужно. Это будет просто симптомами, да, того, что вы делаете все правильно. Если вы не там и не тогда, и не так, как вы хотите, то это все как бы, да, ну, как минимум на уровне вашего там эмоционального фона будет вот очень сильно влиять негативно на вашу работу. В хронической субдепрессии трудно добиваться каких-то успехов и результатов. На втором шаге нам нужно определить задачи, да. Это, опять же, все ваше личное, да, это вы должны знать, не я, что и для чего, и ради чего вы работаете. Ну, деньги там как бы по умолчанию, да, ну, хотите, пропишите и деньги, да, потому что, ну, на самом деле нужно понимать, что, да, все, что мы для себя придумали, должно приносить какой-то доход, иначе, ну, нам надо вообще-то во что-то там обуваться, да, где-то жить и... что-то есть, как минимум, не говоря уже про какие-то более качественные вещи. Вам нужно просто сесть и написать список там задач, которые вы планируете решать с помощью своей работы. Потом, да, там согласовать это с теми вводными, которые мы определили в цели, да, и как-то по-взрослому найти компромиссы. Вот, то есть мы там выше с вами немножко помечтали, да, а здесь нам надо, ну, как бы взвесить все за и против, да, учесть там свои текущие возможности, например, да, или запас ресурсов. То есть вот недавно был разговор с девушкой, которая в декрете с двумя маленькими детьми. У нее двойняшки, две девочки, вот этот как раз возраст, когда они ползают, их надо все время с них глаз не спускать, они уже столько не спят, да, и у нее там такие амбициозные планы, чтобы к тому моменту, когда дети пойдут в садик, да, там через 1,5-2 года, она могла вот прям уже, короче, такая вся готовый бренд выйти на рынок и работать. Я говорю, понимаете, что у вас нет возможности вообще. Ну, то есть вы должны тратить там приличное количество времени и сил постоянно, там ежедневно, ну, может быть, хотя бы там несколько дней в неделю, да, на то, чтобы вот это все для себя подготавливать. Вы не можете просто, да, мы с ней даже в скайпе созванивались, несколько раз переносили 40-минутный разговор. Нужно понимать, да, что если вы что-то там хотите, и при этом у вас есть вот такая задача, да, надо понимать, чтобы это все было как-то, ну, реально и трезво согласовано с действительностью и с реальностью. То есть если я хочу стать вдруг юридическим переводчиком, но при этом я вот просто хочу, у меня нет вообще знаний в этой сфере, да, то понятно, что, ну, в ближайшее время, по крайней мере, не стану. Если я хочу работать там в компании, у которой... Вот, ну, вот есть это странное требование, да, что они берут только людей с 10 годами опыта, то, ну, как минимум меньше 7 я им уже точно не предложу, да, или 6 хотя бы. А сейчас у меня их там 1,5, например. Понятно, что нужно сделать. Вам надо просто сесть, да, и написать для себя там список задач, которые вы хотите с помощью своей работы решать. Все эти задачи должны быть согласованы трезво, да, и не противоречить вашим целям. Дальше нам надо с вами построить стратегию. Стратегия, да, это какой-то ряд шагов каких-то, да, там, или процессов, или ряд мероприятий, которые вам необходимо реализовать, чтобы там, да, или решить задачи какие-то, чтобы добиться своей цели, да, вот того вот положения, которое мы себе там наметили на карте, в том виде, в каком наметили. Чтобы решить задачи, вам нужно что-то там делать. Да? Мы сегодня, конечно же, не можем вот в рамках занятия, которое уже скоро заканчивается, объять необъятное, поэтому мы вот из всех возможных задач, которые расписали, да, рассмотрим вот эти вот, которые мы все ежедневно так или иначе решаем. Да? Нам нужно каким-то образом, чтобы начать что-то там вообще менять в своей профессиональной деятельности, чтобы начать с кем-то работать. Чтобы начать с кем-то работать, нам нужно каким-то образом, чтобы с этими клиентами завязать отношения, получить от них хотя бы первые проекты. Дальше уже, конечно, зависит от многих перемен, которые мы сегодня обсудить не успеем. А, варианта два, да? И лучше бы, чтобы они
оба присутствовали. Мы либо предлагаем, да, клиентам свои услуги сами, в холодную, в теплую или в горячую. Да. Холодная – это когда вы просто берете список бюро переводов и отправляете им всем свое резюме. Я не очень люблю на самом деле такие вещи. Ну, просто потому что я в силу своих особенностей личности не люблю там незапрошенных контактов. Меня это очень сильно раздражает, да, но, в принципе, это считается нормальной бизнес-практикой. Теплое – это когда у бюро переводов есть объявление, что пишите нам, да, если хотите у нас работать, да, или у клиента любого, да, нам, у многих компаний на сайте в разделе с вакансиями или там, в принципе, там, в страницах, посвященных трудоустройству, часто есть такая кнопочка, что если вы хотите у нас работать, ну, типа мы конкретно вам ничего не предложили, то напишите, чего вы хотите, и мы вам там непременно ответим. Вот что-то такое. То есть это не факт, что вы там что-то получите, да, всерьез, да, там какие-то прям перспектив на самом деле особых нету, но, по крайней мере, вас ждут, да, и никого не будет раздражать это ваше письмо и ваше резюме. Ну и вариант, да, когда мы отвечаем на конкретный запрос конкретного человека, которому вот прямо сейчас нужно, и мы знаем, чего он хочет, и можем ему помочь. Все вы, без исключения, независимо даже от того, как вы собираетесь работать, может быть, вы там для себя решите, что вы пойдете в Штаты никак иначе, вам все равно придется предлагать свои услуги. Вам все равно обязательно нужно будет, да, что-то для этого делать. И вы для себя должны эту стратегию как-то представить, да, то есть если вы запланировали, что вы через там полгода работаете в штате какой-то компании, то вы должны взять и начать писать в эти компании. Если вы вот хотите там перестать работать с бюро переводов, например, да, вот эта вот голубая мечта очень многих фрилансеров, а хотите начать работать с прямыми клиентами, то надо просто тупо перестать писать письма бюро переводов и начать писать письма прямым клиентам. Вот это вот вся нехитрая стратегия, да, вот в этой части. Никаких тут вот лайфхаков, никаких ноу-хау здесь нет. Вопрос только в том, что вы пишете, да, и как вы пишете. Если вы из тех мастеров, которые считают, что это ниже их достоинства предлагать услуги, ну, значит, вы должны где-то сесть на видном месте, максимально видном, да, где ваши клиенты, в принципе, могут существовать, и сидеть, ждать их там. Но ждать, опять же, надо не просто вот он я, ничем не примечательный и не выделяющийся из всех остальных, а ждать как-то, ну, осмысленно, да, чтобы человек понимал, что он за вами пришел. Да, у вас, конечно, да, там в рамках вашей стратегии вы в какой-то момент начнете понимать, что вам не хватает конкретных знаний, умений и навыков. И ваша стратегия, конечно же, должна включать развитие этих знаний, умений и навыков, да. Вы в какой-то момент поймете, что вам неудобно там работать, потому что у вас как-то не так выстроены процессы. Вы в какой-то момент поймете, что вот, да, вот все хотят работать с ИП, например, а у вас нет ИП, и вам это все тоже нужно будет включить в стратегию. Но мы сейчас с вами все-таки, да, в нашей практической части поговорим вот о конкретных вещах, да, о том, как и кому предлагать свои услуги. При каких обстоятельствах. Это не должно быть самоцелью. Да, это может быть самоцелью только если вы, ну вот, не знаю, ну я, например, не работаю с посредниками, потому что у меня такое невротическое там отношение к результатам моей работы, да, и я как бы понимаю, что это дополнительная нагрузка для меня, но я спокойнее себя чувствую, когда я одна несу за всю ответственность, когда между мной и клиентом нет каких-то прокладок, прослоек, которые могут что-то не так донести до меня от клиента, от меня к клиенту, да, или что-нибудь могут там извинить, исправить и так далее. Это единственная причина, почему я не работаю там с посредниками никогда. Не потому, что это как-то круто, да, или более выгодно, можно найти всякие варианты, да. Опять же, посредниками могут быть не только бюро переводов, вы можете, если вы работаете в маркетинге, пойти в какое-нибудь крутое рекламное агентство, и вы будете там получать больше, чем вы в состоянии получить с прямого клиента, даже с того же клиента, с которым работает агентство. Но независимо от того, кого вы для себя наметили, да, в качестве клиента и адресата, да, навыки вам нужны одни и те же. Давайте о них все-таки поговорим. Поговорим конкретно, да, о том, как мы пишем письма. Например, сопроводительные, да, когда отвлекаемся на
вакансии, о том, как мы пишем, да, ну, конкретно отклики где-нибудь, может быть, на биржах, о том, что мы прикладываем, да, и кому мы пишем вообще, да. Мне тут недавно совершенно удивительный человек на почту Pro Translation, которая у нас для вопросов, отзывов и предложений, да, общая такая просто ask, прислал пакет из 6 документов, там рекомендации, там образцы переводов, очень-очень хренового качества образцы переводов, должна заметить, простите мой французский. В общем, вот пачка каких-то файлов от человека непонятного совершенно, который присылает это все по адресу, никак вообще не связанным с предложением работы переводчиком. То есть человек увидел слово «перевод», да, по слову организатору, выцепил там быстро какой, нашел электронный адрес и что-то туда заслал. И на самом деле это вообще не очень, не редкая совсем история. Вот совсем не редкая. Да, это, ну вот он там для себя выбрал стратегию холодных обращений, холодных запросов. Не знаю, насколько в его случае это вообще может быть эффективно, но вот такая у человека стратегия. Я вам принесла, да, цитатку из «Вконташе». Это отрывок из книжек, которые я на самом деле не то чтобы очень сильно люблю, но бывают там здравые мысли, мысли, которые, ну, иначе никак и не выразишь. Позиция очень многих, ну, переводчиков, да, и вообще, в принципе, гуманитариев, которые не просто там вот пришли в профессию там откуда-то, да, а которые вот прям гуманитарии, да, там филологи, лингвисты по убеждению, нельзя там заниматься саморекламой. То есть любое предложение своих услуг люди рассматривают как некое навязывание. Да, если это, ну, ну, максимум, да, что можно себе позволить, это тупо ответить на вакансию. Да? Сидеть где-то себя рекламировать, сидеть себя расхваливать, это недостойно там настоящего мастера и профессионала, и человека вообще. На самом деле нет, да. Это на самом деле какой-то вот великосветский синдром, да. Или известная поза «до чего же я особенный». Вы сами это можете прочитать, в общем-то, с экрана сейчас. Если вы чем-то таким страдаете, а я, честно признаюсь, я очень долго этим страдала, ну, как минимум года 3-4 страдала, но мне просто как-то вот так иногда же везет в жизни, да, что вот я сидела в этой позе, а все равно находились люди, которые там где-то от кого-то слышали, что им нужен переводчик, и говорили, что а вот я как раз знаю, там давали мои контакты, и как-то вот так сложилось, что я почему-то без работы не сидела. Даже зарегистрировавшись уже на том этапе на Freelance.ru, я не отвечала даже на проекты, потому что я заходила, смотрела, так думаю, ну нет, я не буду вот как эти. Потом как-то вот, наверное, все-таки работа в рекламном агентстве, да, как-то заставила поменять отношение свое к этому всему, да, стало немножко смешно, конечно, да, и как-то все так пошло гораздо веселее и бодрее в моей профессиональной деятельности. Страдает ли кто-нибудь из вас вот этим вот? Кому-нибудь из вас, например, стыдно, да, или не знаю, как это назвать? Ну, в общем, рука не поднимается писать, например, какие-нибудь хвалебные оды о себе в ваших профилях на биржах. Может быть, у вас рука не поднимается заводить профессиональные страницы в социальных сетях и что-то там писать о своей деятельности. Есть у вас какие-то вот ограничения? Да, это реально ограничения на уровне убеждений. Вот это, вот эти те вещи, которые действительно могут мешать вам быть предпринимателем. Понимаете, на самом деле вы можете быть вообще самым лучшим в мире переводчиком. Можете. Но пока вы об этом не скажете и пока вы не объясните это людям, которые на самом деле могут вас не понимать и очень вас этим бесить, да, вот я такая тут снизошла, а он от меня как-то глупости требует, да, там, покажи мне, например, сертификат о знании английского языка или что-то такое, да. Ну, вы, скорее всего, будете сидеть без работы, либо вы будете работать за гораздо меньшие деньги, чем могли бы себе позволить. Вообще, опять же, да, независимо от того, каким образом, с кем и как, и на каких основаниях вы вступаете в контакт. Вы должны человеку объяснить, да, чего вы от него хотите и чего он должен хотеть от вас, так, чтобы он понял, в чем ценность сотрудничества именно с вами. Да? Это то, что называют, ну,
здесь не совсем прям конкретно, да. В общем, тоже о чем говорят, как об УТП. Известна ли вам эта аббревиатура? Да, это уникальное торговое предложение. Ну или если хотите, да, я тут недавно обнаружила, что некоторые коллеги очень странно трактуют слово «уникальный» в этом тексте, в этом выражении, вернее. Это ваше ценностное предложение. То есть то, что вы формулируете клиенту с позиции ценности для него. Понятно, да? Ваша задача, вступая в контакт с клиентом, не послать ему вот эту вот заготовку, которая у многих у вас есть, совершенно отвратительная копипаста, которая совершенно ни о чем, в которой можно очень легко поменять имена, да, или, может быть, количество лет опыта, ну, какие-то очень незначимые переменные, и этот текст будет совершенно точно так же, да, идеально подходить любому другому переводчику на рынке. Что вы пишете клиентам, расскажите мне. Есть ли у вас копипаста, которую вы когда-то написали в муках, сочли достойной и теперь шлете всем? И что в этой копипасте написано, кроме того, что вы делаете качественный перевод, соблюдаете сроки, готовы выполнить тестовое задание, ну, все что-то такое. Или вот, может быть, кто-то просто бросает там свое резюме, или кто-то просто пишет «готов». Как вы связываетесь или со своими потенциальными клиентами или работодателями? Да, почему клиент должен из того количества писем, а их будет много, особенно если вы работаете, там, например, с английским языком, то вы должны понимать, да, в какой-то такой не сильно редкой тематике, что у вас огромная конкуренция. И вот человек получает 38 копипаст за час. Почему он должен выбрать вас? Что вы ему пишете? Или что вы ему шлете? Или я не знаю, что, в чем может заключаться ваша уникальность, не в смысле того, что вы один, уникальность вашего предложения, да, заметность в общей массе. Любые ваши коммуникации, да, во-первых, должны быть клиентоцентричными, да, что значит быть ориентированными на потребности клиента. Да, вот как мы с вами уже об этом говорили, если вы такой весь мастер, и если вы даже вдруг снизошли вот до этого, вот, чтобы этому человечешке что-то там предложить, то вы, конечно, будете говорить о том, как прекрасен ваш товар, как прекрасны вы сами, да, насколько вы профессиональны, вот это все. Но если на том конце провода, ну, сидит такой классический предприниматель, который каким-то образом там получил вот этот заказ на перевод, да, и вот сейчас он так прикинул, что цена закупки такая, цена там продажи у меня вот такая, и тут я, значит, имею за 4 дня вот такой навар. Знаете, ему вообще пофигу. Ему надо, чтобы вы вовремя сдали текст, и чтобы там все картиночки были на месте. Он вообще даже может, кстати, вообще не понимать, чего от него требуется, да, что такое качество перевода и вот это все. И вы настолько мимо к нему, когда рассказываете о своих вот этих всех достоинствах, что иногда просто страшно, да? Очень часто, особенно страшно бывает, потому что вот попадаются такие осознанные податели объявлений, которые прям очень подробно-подробно пишут о том, чего они хотят, да, и чего они ждут в отклике. А отклик приходит вот совсем ни о чем. У нас буквально там, ну, чуть меньше месяца назад один мой знакомый товарищ, да, опубликовал в Я-переводчике объявление, да, под которым даже появился комментарий, вот все бы так писали объявление, да. Потом он в Фейсбуке уже под замком, это как бы, конечно, только там узкий круг лиц видел, да, в негодовании писал, что за ужас ему приходит, что я, говорит, делаю не так, я же написал конкретно, это же объявление, где кто-то сказал, что это типа все круто было, и все бы так, и почему мне пишут вот это, я вообще не понимаю, говорит, что происходит, да, там, он искал переводчика испанского, ему начали писать на испанском, а когда он сказал, что, извините, можно ли по-русски, ему предложили услуги репетитора испанского. Ну, как бы вот очень нелепо люди себя, правда, ведут, очень странно, да. Начиная с абсолютно нерелевантной информации, начиная с игнорирования конкретных прямо заданных вопросов и заканчивая вообще, да, совершенно неуместным тоном немножко, да, чтобы вы понимали, о чем речь. Любая коммуникация может строиться на трех уровнях, да. Пристройка снизу, это когда там мастер, обрати на меня внимание,
с пристройкой сверху, когда я тут вот так уж и быть, я вам там, если вы мне обеспечите райдер, с вами поработаю, да, и нормальная деловая коммуникация должна строиться на равных. Даже вот в этом месте у людей возникают какие-то сложности. Мне очень непонятно, как можно, да, при выстраивании рабочих деловых отношений выбирать какой-то подход, кроме там выстраивания их на равных, да, там. Очень странно, но вот как бы то, что есть. Чтобы сократить возможность вот таких косяков, да, я придумала, да, не то, чтобы совсем придумала, да, ну, в общем, собрала из разных источников, может быть, и своего личного опыта такую классификацию, да, все запросы можно поделить на три типа, и ответы, да, соответственно, тоже их будет три типа, должны соответствовать типу запросов. Клиент может хотеть услугу. Клиент может хотеть специалиста, да, вас, конкретного человека. И клиент может хотеть продукт. Соответственно, ваш ответ должен быть позиционирован как «я» ответ, да, «я» там, или «я» отклик, или «я» УТП, как УТП, продающая услугу, или как УТП, или там, ценностное предложение, продающее продукт. Я – это когда людям нужен конкретный человек, да, которому они смогут доверить свое важное для них дело. Очень часто люди и не должны, да, и не понимают, что такое перевод, как это все делать, и они не хотят вникать. Да. И ваш ответ, да, с позиции «я» должен объяснять, что вы вот именно такой конкретный человек. Это вот ваше сочинение на тему «кто я такой», да, или «кто я такая». Конечно, без фанатизма, конечно, без вот этих совершенно нелепых и неуместных истории про то, что вы там в детстве учились в музыкальной школе, да, или как вы там начинали свой трудовой путь с Макдональдса, вот это все, что люди пишут, это все совершенно ни к чему. Это справедливо и для ваших резюме, и для ваших писем, и для ваших профилей, и вообще для любых абсолютно мест и ситуаций, когда вы вступаете в контакт с клиентом. С этим понятно, что такое «я»? Это вот то место, где вы можете рассказывать про свой опыт, про свое образование, про свои какие-то достижения, вот это вот все. Но я вам хочу сказать, что запросов на «я» ответ минимум. Я вчера, когда искала вам примеры в ленте Telegram у нас, в «Я-переводчике», я прям замучилась искать «я». Да, можно, но нужно понимать, кому и зачем. Да, если вы видите, что человек... Да, у нас вот, подтвердите знания иностранного языка. Да, человек, который в сфере, он, конечно, понимает, что переводчик, да, знания иностранного языка – это как нечто само собой разумеющееся. Люди, которые приравнивают перевод к знанию языка, не впечатлятся вашими проектами, скорее всего, но очень сильно впечатлятся каким-нибудь вашим там B1, да, или что-нибудь такое смешное, которые вы для каких-то своих целей получали. Курсы, конечно, да, если вы... прошли что-то специализированное, они, во-первых, отражают вашу тягу к знаниям, да, то есть показывают ваше серьезное отношение к работе, что вы в профессии не случайно, что вы здесь реально не шабашите, что вы пришли, вот, чтобы, да, развиваться и нести ценность. Если это курс какой-то специализированный, то на фоне переводчика, который просто «я, у меня есть диплом» и столько же лет стажа, да, то вы уже как бы тоже выделяетесь. Это все, что касается лично вас. С «я» УТП бывает очень сложно на первых этапах, потому что как бы говорить нечего, но сейчас мы с этим тоже разберемся. Давайте говорим про услугу. Это когда людям нужен человек, с которым им будет удобно решить свою задачу. Это когда во главе угла там вот условия именно сотрудничества. Да? Это ваше описание преимуществ процесса взаимодействия с вами. Вы рассказываете человеку, как вы работаете, как вы это ему удобство, да, и вот эти условия, которые ему нужно обеспечить, ему обеспечивать собираетесь, да. Это ваше сочинение на тему, как я работаю со своими клиентами, как я их люблю, там, как я с ними строю отношения, да, ну, в зависимости от конкретного запроса, конечно же. Вот здесь ваш статус ИП там, или не статус ИП имеет значение. Вот здесь имеет значение ваша скорость работы. Вот здесь вы можете сколько угодно рассказывать про то, что вы никогда не срываете сроки. И вот здесь, да, для кого это важно, вы рассказываете про оформление там сделки, например, да, про то, как вы
акты подписываете оперативно, все что угодно еще. Продукт, да, и запрос на продукт, и ответ с обещанием создать продукт. Это когда людям надо взять ваш перевод и получить от него конкретную пользу. Да, или ну, вот решить свою конкретную какую-то задачу. Ваш ответ должен содержать описание качественных характеристик вашего перевода. Вот только здесь, да, большинство, 99% переводчиков пишут об этом в своих предложениях. И чаще всего оно никому не нужно, бывает, да, это совершенно мимо, потому что у людей совсем другие потребности. А вот здесь вы, наконец, можете доставать вот эту свою врожденную грамотность, да, но проверьте обязательно свое сообщение, потому что в 99% обещаний писать идеально всегда будут опечатки, ошибки. Вот здесь вы рассуждаете про качественный перевод, но если уж сильно хочется, вы хотя бы как-то подкрепляйте свои вот эти рекламные обещания какими-то конкретными объяснениями и примерами, да, чтобы там не значило. Все у нас пишут про грамотность и про качественный перевод. И как минимум, не знаю, 70% случаев это бывает минимум. Опять же, да, не бывает совершенно чистокровных каких-то запросов, да, не то чтобы все податели объявлений такие четко понимали, чего им от вас нужно и что они ищут, да, но наша речь, да, это все, что мы говорим, о чем мы говорим, что мы считаем нужным упомянуть, оно, конечно же, отражает наши истинные потребности, желания, вот это вот все. Поэтому, если даже клиент сформулировал как-то немножко невнятно, но вы его поняли правильно, и ваш ответ конкретно отвечает на его вопрос, его запрос, то считайте, что вы уже как минимум на этом этапе выделились. Он прям будет вам рад, он прочитает и подумает, да, вот мне же как раз вот это вот нужно, да, как вы там дальше себя поведете на уровне теста там или чего-то другого, это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, вот в этом потоке бессмысленных и беспощадных писем ваше будет понятно и заметно. В этом огромном количестве там профилей на где-нибудь, не знаю, на переводчик в мире, где вы там сидите, вы будете заметны, логичны и профессиональны. Что теперь с этим всем делать, да? Если это конкретный про ответ на конкретный запрос, то мы, конечно, будем просто писать соответственно с запросом свой ответ, да, по поводу «я там». Или услуги, или продукту. Если мы где-то, вот, например, сидим в массовых скоплениях, местах скопления переводчика, да, и не знаем, кто и зачем к нам придет, то мы можем сделать, например, вот так, да, там, Катя меня простит, я надеюсь, я просто это самый был ближайший, в ближайшем доступе, да, вариант. Вы должны подготовить текст о себе, не в виде какой-то вот непонятной, размазанной портянки, да, с неясным смыслом и целью, а вот что-нибудь в таком духе. Да. Вот здесь очень четко разделяется, например, продукт, что я предлагаю, как я это делаю, это услуга, и кто я, это там наш опыт, стаж, да, и специализация. Вот, например, да, когда мы говорим про качество перевода, да, то вот это вот выражение, там, вот это объяснение перевожу на хороший русский язык, да, чтобы никто не плакал там, чтобы не было там ошибок, и вот это раскрывает понятие качества, да, которое вы вкладываете. Если мы пишем просто, что я качественно перевожу, то можно сказать, что мы вообще ничего не пишем. Потому что клиент, во-первых, не знает, что такое качество, во-вторых, он не хочет, может быть, ничего знать, его устраивает текст, который написан русскими буквами, да. А в-третьих, он может, ну, настолько не разбираться в текстах, что любой говнотекст ему кажется прекрасным, и ваше заявление, особенно когда вы предлагаете качественный продукт по цене в два раза выше, чем ваши конкуренты, да, и ничем это не подкрепляете и не объясняете, какая ему вообще от этого польза, то, ну, вы просто выглядите как там подтоколот какой-нибудь, да, или как там это называется у нас, ничего. Понятно с этим? Это история для тех мест, где вы там сидите на биржах, например, да, если у вас есть собственные сайты, если у вас есть собственные страницы, да, и у вас там должен быть какой-то висеть текст о себе. Это история для того же резюме, например, да, где не сами формируете структуру, да, а где уже
как-то выкручиваетесь в заданных рамках, ну, на том же HeadHunter, да, или Superjob, у вас есть возможность в поле о себе на видном месте что-то о себе написать. Вы должны написать так, чтобы люди, которые пришли там зачем угодно, за специалистом, за услугой или за продуктом, нашли то, что они ищут, именно вас. Вы не обязаны выделять это под заголовками, да, но сама логика и структура текста должна продавать три компонента. Ну, если продает, например, два, если вы считаете, что вы сами пока что недостаточно конкурентоспособны, да, то вы должны быть готовы, что как бы предложение, которое на «я» ориентированы, они просто мимо. Ну, то есть просто, да, тут важен момент вашей осознанности. Вы должны понимать, что вы предлагаете, и должны понимать, что вы по той или иной причине получаете или не получаете. Теперь давайте потренируемся немножко. Я вчера в телеграм-ленте там среди ночи наковыряла вам примеров. Давайте вы мне теперь скажете, да, что в данном случае хочет человек получить. Да? Что это за запрос и какой на него требуется отклик. Продукт, еще варианты есть. Написаны характеристики. Да? Высококачественный перевод с русского на английский специализированных технических текстов. На самом деле объяснить на уровне продукта, что вы это можете, практически невозможно. Здесь совершенно четкое «я», потому что, ну, чтобы... Да, люди приводят свои ключевые слова, да, чтобы доказать им, что вы можете именно это и можете высококачественно, вы должны объяснить, почему вы, именно вы, понимаете, что такое двухобмоточный трансформатор. Для меня это просто темный лес. Переменный магнитный поток, да, показатели там технико-экономические, ну ладно, это я понимаю, коэффициент трансформации и так далее. Объяснить, что вы обеспечите качественный перевод на этом уровне, невозможно с позиции продукта. Потому что вы, ну будете вы говорить, да, что понимаете, да, вам придется в любом случае объяснить, почему вы это понимаете. У вас есть опыт, может быть, вы работали вот на заводе, или я не знаю, где это вообще может требоваться. Дима, подскажи, пожалуйста. Да, это будет обязательно, даже если вы попытаетесь пойти со стороны продукта, то пытаясь объяснить, почему ваш продукт именно соответствует этому понятию, вы все равно вынуждены будете объяснять, откуда вы знаете про двухобмоточный трансформатор и коэффициент трансформации. Почему вы уверены, что ваш перевод будет высокого качества? Потому что у вас есть опыт, наверное, да, или что-то там. Или у вас есть специальное образование, и вы на самом деле вас эти слова не пугают, да, а вы представляете себе конкретные вещи и что-то такое. Да, если это там, ну, просто уровень, да, технических, да, каких-то переводов, то вам это понятно, вы будете говорить о том, откуда у вас эта техническая грамотность и знание основ электротехники. И с этой позиции вас услышат. Когда вы будете пытаться рассказывать про продукт, пусть вас не вводит в заблуждение высококачественный перевод. Люди хотят убедиться, что вы понимаете смысл этих слов и знаете, как они могут вообще жить в тексте. И вот здесь начните, например, примерять УТП по услуге. Что у меня есть ИП, что я соблюдаю сроки. И все вот такое сразу, да, что там еще можно рассказать. Про то, как вы принимаете оплату. Меня бесят эти люди очень. Что оплата на Киви кошелек, там Яндекс.Деньги или карту Сбербанка. Да, вот это вот все, что пишут в копипасте. И да, ты мне сперва докажи, что ты вообще понимаешь, что такое двухобмоточный трансформатор. Мы потом с тобой обсудим условия сотрудничества, они здесь не принципиальны. Но, конечно же, да, мы обязательно непременно без всяких там вообще «но» и «если» указываем, да, даем ответы на все конкретно заданные вопросы. Здесь это ставка. Что хотят здесь? Здесь хотят услугу, да. Тут прям очевидно хотят услугу. Что пишем? Пишем о пунктуальности, пишем о там обрезался этот кусок, да, там что они могут предоставить презентации. Пишем про то, чего они хотят услышать, да, что я приду вовремя, что я посижу до нужного доклада, что я пока что подготовлюсь по вашей презентации.
Ну и там опыт, конечно, если он есть, описываем, да, или какие-то другие уже вещи, но это так бонусом. Услуга, да, и немножко меня в той части, где нужно рассказать про то, разбираетесь вы в мышах или нет. Здесь что? Здесь явный продукт, да. Ну, хотя бы методом исключения, но он здесь просто очевиден, конечно. Что нужно рассказывать про продукт? Да, если мы видим слово локализация, да, и что там было? Было там слово локализация или не было? Не было. Но смысл в том, да, что если мы говорим про сайт и про европейские компании, то мы что-то рассказываем про то, что мы там делаем локализацию, адаптацию с учетом там, да, менталитета целевой аудитории или там каких-нибудь там чего-нибудь, да. Если европейские компании, мы можем писать о том, что мы переводим на британский, английский, или мы можем сказать, что мы переведем на вот этот вот international, да, международный, какой там он универсальный вот этот. Если бы у нас стояли американские компании, мы бы могли перевести на American English, да, и этим уже выделиться. Мы можем сказать, что все наши переводы вычитывает переводчик, редактор-носитель, да, и поэтому исключен Рунглиш, да, или мы можем сказать, что мы проходили курс Олега Замский в ProTranslation, и он научил нас писать на чистом английском, а не на вот этом вот ломаном российском, и вот это вот все. Насколько уместно здесь рассказывать, например, о том, как вы работаете, опять же, да, продавать услугу, про то, как с вами будет замечательно и прекрасно людям, которые подчеркивают, что у них проектная разовая задача, про то, как там вы, не знаю, всегда на связи, что-нибудь такое. То, что у нас всегда есть в нашей копипасте или шаблоне, который у нас, пускай не в файлике, но в голове. Да. Можно не говорить про кат программы, можно говорить про то, что там, да, клиент, если он далек от отрасли, он может не знать, что такое кат программы, и он может немножко испугаться, что вы ему там машинный перевод предлагаете, да, надо разобраться, если это человек из сферы или нет. Но говорить о том, что вот эти все HTML, да, и PHP, и что вы можете прям отдать им готовый сайт, который останется выгрузить, да, или что вы при переводе сайтов, это прям супер конкурентное преимущество, когда вы можете посчитать объем работы, не заставляя клиента вытаскивать все в Word, например. Это прям у нас почему-то так вот сложно, хотя просто легким движением руки гуглятся вот эти считалки, да, можно и по-другому сделать. Клиент может даже не ждать от вас, что вы ему дадите готовый вот прям продукт, который останется только загрузить, да, на сервер и просмотреть, протестировать, и для него это станет вообще каким вау-предложением, да, если вы ему скажете, дайте мне вот эту папочку, и я сейчас вам верну английскую версию. Потому что он может быть даже уже внутренне морально готов к тому, что ему придется это все потом копировать из файлика текстового и вставлять. С позиции мастера смотрите, потому что, Екатерина, потому что то, что важно вам, вы об этом и говорите, да, ну, как бы это людям, в принципе, свойственно, но если мы хотим учиться успешно продавать свои позиции, то нам надо учиться смотреть на ситуацию со стороны клиента. А так, в принципе, да, ну, все люди всегда говорят и считают важным тоже то, что важно им. Но нам нужно смотреть на то, что важно клиенту. Немножко давайте поговорим про резюме. Я хотела изначально задумывала вам как-то показать, что и как должно быть правильно, но потом побоялась, что вы будете просто тупо, да, копировать структуру, блоки и вот это вот все. А это делать ни в коем случае нельзя. Ваше резюме точно так же, как все ваши отклики и все остальное, должно быть ориентировано на конкретного клиента, да, на конкретный проект. Поэтому я вам просто немножко сейчас расскажу от принципов, а для примера, ну, тут кусок, ну, тоже сляпанный на коленке для примера, да, резюме. Скажите, пожалуйста, на вот этот отрывок глядя, кому и для чего это резюме могло быть отправлено. Здесь все та же самая история, да. Ваше резюме должно продавать вас как специалиста, как поставщика услуги, да, ну, то есть как бы продавать услугу или продавать продукт.
в зависимости от того, куда и кому вы его отправляете. Если вы его отправляете в компанию, в которую хотите устроиться, работать, то понять, чего от вас хотят эти люди, всегда можно, если прочитать несколько их вакансий. Да? Если прочитать страницу на сайте, которая про то, там, как они с кем работают и так далее, вы всегда сможете там, да, если просто тупо зайти в раздел «Наши ценности», «Миссия» и вот это все, вы всегда поймете, чего они хотят. Конкретных людей, да, личностей, которые будут там вносить в их компанию что-то свое. Хотят они людей, да, результаты, да, что они предлагают своим клиентам, да, какие-то там результаты, какие конкретные продукты, или они предлагают какие-то процессы. Они говорят много о том, как с ними выгодно, удобно, интересно работать. Может быть, говорят обо всем сразу, и тогда вы им тоже скажете обо всем сразу, и они будут понимать, что вы уместны в этой компании, как тот самый там кусочек механизма необходимый и нужный. Самое главное, да, что ваше резюме должно быть релевантно запросу, не только с позиции продукт-услуга «я», но и с позиции, да, чего вам там предстоит делать. Потому что, ну, может, сейчас для вас это не сильно актуально, но через пару лет у вас будет количество опыта, которое будет там выходить за пределы нескольких страниц. Да? Если вы будете, претендуя на там проект по маркетинговому, например, переводу, как в данном случае, писать обо всех своих вот этих экзерсизах там где-нибудь в технике, фармакологии, везде, что и все, что вам там удалось урвать на первых этапах своей карьеры, будете подробно описывать. Но это не то, чтобы там прям лишит вас шансов, но на эти шансы может повлиять. Человек, открыв ваше резюме, да, прочитав письмо или не прочитав письмо, или найдя его где-нибудь, должен понимать, что вот это тот самый человек, который нам нужен. Что вот у него как раз вот этот тот самый опыт, который нам интересен. Да? Этот опыт должен быть описан адекватно, должен отражать ваши конкретные какие-то достижения. Должен отражать, да, какие-то масштабы хотя бы, да. Ну, не всегда, да, переводчик может говорить о каких-то там результатах конкретных, да, каких-то, особенно если это какие-нибудь количественные показатели, которые всем рекомендуют, да, указывать в таких вот разделах резюме и вообще в описании себя. То во всяком случае отразить масштабы, да, проекта, в котором вы участвовали, тем самым винтиком, который позволил механизму идеально работать, вы всегда можете, да? Большинство, ну, прям 95, наверное, процентов резюме выглядит как перечисление бюро переводов и однотипное описание, перевод технических материалов, инструкций, там, чего-то там. Или перевод юридических текстов, договоров, уставов, лицензий, там, где-то так. Как описан ваш опыт, и есть ли у вас вообще резюме, да, и если есть, то что вы там пишете? Есть ли у вас там вот эта вот мешанина из всего сразу? Если есть конкретные вопросы, то их тоже можно задать, да? Если вы пишете о каких-то своих профессиональных навыках, да, то ну, просто их перечислять бессмысленно, надо как-то что-то там, наверное, объяснять. Если вы, не дай бог, пишете о своих личных качествах, там, про коммуникабельность, вот эту вот стрессоустойчивость, работа в команде, там что там принято писать обычно, да, то, ну, в идеале просто уберите, но если у вас этот блок там просто для того, чтобы занимать место и как бы создавать видимость того, что вы специалист с хотя бы одностраничным резюме, то как минимум каждому, да, объясните, для чего вы это пишете. Если вы говорите про пунктуальность, то, да, пишем, например, что вот там за 3 года ни одного сорванного срока, или всегда сдаю переводы вовремя, или там уникальное предложение, перевод вовремя или бесплатно, все что угодно. Если вы пишете про умение работать в команде, значит, приводите в пример проект, когда вы там, например, толпой в смарткате переводили за ночь там какой-нибудь огромный документ сюда или что-нибудь такое еще. Вся информация должна быть, во-первых, релевантной. Ничего лишнего, что не имеет отношения к делу. Либо это лишнее должно быть вынесено туда, куда-нибудь в конец, да, если оно нам нужно просто для того, чтобы заполнить пустое место, пока у нас очень маленькое резюме, да, пока у нас релевантной информации минимум. Описывайте свой опыт так, чтобы было
понятно, что вы там, ну, реально что-то делаете, чтобы можно было представить объем работы, чтобы можно было представить объем вашей ответственности, чтобы можно было представить, например, важность проекта для клиента. Здесь может быть проблема, например, в ваших соглашениях о неразглашении, да, которые, может быть, вы там с бюро подписываете или с самим клиентом, да, вот там вам сказали, что мы ничего не рассказываем. Обходится очень легко, да, не нарушая законы, вы можете писать, например, да, про, ну, не знаю, про Мегафон, писать, что это там мобильный оператор там из большой четверки, да, или топ-3, там, или как хотите его называйте. Описывая просто generic names, да, там, давая компаниям, описывая проекты вот такими вот общими словами, не разглашая конкретную коммерчески значимую информацию, можно передать масштабы, да, всего происходящего. Что важно, да, вся самая важная информация, вот это вот вся релевантная информация или та информация, которая важна для конкретного клиента, она должна быть на первом экране. То есть блоки у вас не закреплены, гвоздями не приколочены. Если вам нужно рассказать кому-то обязательно о своем образовании, вы ставите образование на первое место. Если нет такой специальной необходимости, то на первом месте у вас опыт, да, конкретный вот именно здесь применимый. У вас навыки, да, какие-то. Если там затребованы обязательно ставки, да, ну, это для бюро обычно важно, да, то вы можете и эту информацию, да, ваши контактные данные должны быть на важном, на видном месте, так, чтобы человек, открыв ваш файл в электронном виде, на первом экране увидел, да, это будет примерно половина листа, чуть меньше или чуть больше, в зависимости от размера монитора, увидел все, что ему вот в данный конкретный момент важно. Это специализация всегда, это опыт, да, это языки и направления перевода и так далее. Да, что именно важно в данном конкретном случае, вы опять же определяете либо по тексту запроса, либо изучив всю возможную информацию об адресате. Для примера, что важно бюро переводов? Напишите мне, чтобы вы на первом экране разместили, отправляя в бюро переводов теплое письмо. То есть это бюро, в котором на сайте написано, что они готовы, открыты к сотрудничеству. Если вы хотите с ними работать, присылайте им свое резюме. Что должно быть на первом экране вашего резюме? Языковая пара, специализация, ставка, да, ну, конечно же, контакты. Время, например, когда вас можно достать, потому что для всех бюро переводов. На прошлом потоке «Перевод как бизнес» была встреча с вендор-менеджерами и проект-менеджерами бюро переводов. К сожалению, у нас качество связи не позволило выложить запись. Все абсолютно люди, да, там кто-то письменно мне передал ответы, кто-то участвовал лично, абсолютно все говорили о том, что самое главное практически, да, вот в отношениях с поставщиками услуг, это чтобы за человека можно было очень быстро достучаться, дозвониться и дописаться. Потому что, да, когда тебе нужно в течение часа пристроить проект, очень сложно ждать в течение 3 часов ответа от кого-то конкретного, да, и возможность быстро написать и моментально получить ответ, она очень ценится. И если вы пишете в бюро, то это тоже будет вашим очень таким крутым конкурентным преимуществом, если вы укажете там на либо максимум возможных способов связи, либо скажете, что вот, например, в WhatsApp вы отвечаете вот сразу, всегда, без промедления. Конечно же, языковая пара и направление перевода, конечно же, важно указать выработку, да, хотя бы примерно вилку в зависимости там от, да, каких-то там сложностей или чего-нибудь еще, да, если вы пишете, что вы, например, с английского на русский переводите там, например, 6 страниц, а наоборот, например, 4, вот это вот все. А дальше вы будете уже все свои заявления, да, подкреплять описанием опыта, там, свою специализацию, да, и языковую пару, например. Вот. Да, Валерия, да, что-то поменять, что-то вверх, что-то вниз, но опять же я подчеркиваю, еще раз напоминаю, мы всегда думаем об уместности в том или ином случае, да, того, что вы меняете или что-то делаете. Мы сейчас обсудили резюме, которое мы тепленьким отправим в бюро переводов, а может быть в это же бюро переводов, отправляя горячий запрос, когда им нужно быстро-быстро, там срочно найти на конкретный проект переводчика,
мы, наверное, вывалим лучше выше свой опыт, да, какой-то проектный, который будет совпадать прям с тем, что они ищут, да, и это будет уместнее и важнее, да, чем там все, что мы пишем про там про то, как вы на связи и все такое. Теперь, да, для тех, кто сейчас, возможно, в отчаянии такой сидит, думает, что мне же нечего писать, у меня нет никакого опыта. Есть у нас такие люди? Или они уже отчаянно от нас ушли? Смотрите, вам надо, да, вот если у вас прям правда, да, вы вот оканчиваете, может быть, вуз или только окончили, у вас какие-то вот микропроекты, о которых даже нечего писать, как не выжимай из них и не отжимай, вам нужно сделать вот что. Вы должны взять там или блокнотик, или большой-большой лист бумаги, да, и написать, составить вот примерно такую табличку, которая может быть гораздо больше столбцов, да, это все делалось просто вам для примера на коленочке, чтобы вы понимали, что у вас есть все. Эта табличка, во-первых, поможет вам, да, немножко упорядочить свои идеи по поводу специализации, да, если она не выбрана. А во-вторых, найти очень много всяких разных аргументов для своих резюме, для своих писем, для своих каких-то там вот этих вот профилей, да, ну скорее для откликов. Здесь очень коротко, да, в рандомном хаотичном порядке все, чем мне приходилось заниматься, помимо моей, конечно, основной профессии. Поскольку я начала учиться на педфакультете, да, я очень много и тщательно изучала психологию и педагогику. Мне это было интересно, я много чего изучала дополнительно, да, потом я перевелась на переводчика, сменила профессию, но вот этот багаж остался. Он, конечно, мне помогал не один и не два раза получать проекты в сфере перевода и получать проекты в сфере педагогики, да, какие-то там, и в сфере психологии. Получая второе образование, естественно, там много в чем приходилось ковыряться в части издательского дела и полиграфии. Когда-то в детстве я ходила в эту воскресную школу, да, и буквально недавно мне это... Ну, смешно, конечно, да, так это как бы не то, что прям аргумент. Одна некоммерческая организация искала услугу на самом деле. Они написали в Фейсбуке: очень срочно нужен переводчик английского с ИП. Я говорю, это я. Мы с ними там что-то обсуждали, и девушка так мнется, говорит, ну, вы, говорит, понимаете, ну, она мне прислала примеры того, что нужно переводить, ну, там, да, есть некая там связанность, да, аффилированность с РПЦ. У меня такое совершенно неправославное отчество, Магомедовна, да, и они там что-то как-то вот, она говорит, ну, мы не то чтобы против, но вот не будет ли лично вам как-нибудь некомфортно там, или вот как-нибудь не противоречит ли там это вашим религиозным взглядам. Я говорю, да нет, я вообще-то крещенная, и вообще даже в детстве ходила в воскресную школу, да, и все-таки радостные выдохнули, и все. Заключили мы с ними в конечном итоге договор. У нас сейчас очень теплые, прекрасные отношения. Понимаете же, что я никогда в жизни не напишу нигде, ни при каких обстоятельствах в своем резюме, что я ходила в 10 лет в воскресную школу. Да? Точно так же я не буду писать о том, что я там когда-то страстно мечтала шить и ходила на курсы кройки и шитья там 2 года. И шила себе несколько платьишек там и юбочек. Это вся информация, которая как бы вообще не так себе, да, это все, что там касается моей жизни вообще за пределами работы, но вся эта информация так или иначе не раз и не два пригождалась мне для того, чтобы убедить клиента, что вот из всех вот всех можно выбрать именно меня. Да, и когда я училась вот уже там на переводчика, да, перевелась в Москве, я не знаю, какую только дырку с собой не затыкала. Я работала секретарем летом в приемной у ректора. Когда я работала в приемной у ректора, я делала, ну, вообще все, что только можно делать, да, потому что ректор считал, что раз я печатаю, да, быстро, ну, значит, что мне стоит поменять, например, информацию на сайте или добавить на этот же сайт информацию о вакансиях. Надо отметить, что в те далекие времена информация не добавлялась на сайте так легко, как сейчас, да, через редактор в этой, как она там называется, контент-менеджмент-систем, да.
А нужно было зайти на хостинг, открыть папочку, найти там страничку конкретную, да, которая нам нужна. Потом нагуглить вот эти все HTML-коды, да, и добавить там что-то. Ну, как бы я чем только не занималась на самом деле, да, и так или иначе, вот это все хоть раз в жизни, но мне пригождалось, да. Я продавала рекламу в какой-то там рекламный там, ну, каталог, да, как обычно они собирают информацию, кому-то предлагают выделиться на общем фоне, да, и это уже за деньги. Я продавала рекламу в этот каталог, потом мне предложили, а пристройка его в Союз Печать, и я его, чтобы пристроить в Союз Печать, я подумала, что у вас такая неброская обложка, давайте-ка я вам нарисую обложку, и первый раз в жизни открыла Photoshop, нарисовала обложку, которая потом ушла в печать, и потом я это все повезла во Владикавказ, в Осетию, и там пристроила в сеть этой Роспечати, как бы. И что только я не делала, да, и так или иначе, весь этот опыт потом либо отразился в моей специализации, либо какие-то навыки, которые тогда были приобретены, пригодились мне в конкретных проектах, либо как-то там помогли мне убедить клиентов, да, что при прочих равных отдать предпочтение нужно мне. У вас у всех наверняка есть огромное количество вот такого опыта. У вас есть какие-то хобби, у вас есть какие-то увлечения, которые менялись с течением жизни, но в тот период, когда вам это было интересно, вы что-то там изучали, и вы знаете очень много, у вас в голове осталось про вот это вот все. Красным выделено вот что, смотрите, да. Любой, наверное, переводчик практически, да, в среднем может сказать, что переводит страницу за час. Любой переводчик, наверное, ну, который, по крайней мере, в здравом уме, да, по умолчанию не выдает коммерческих секретов клиента. Ну, да, любой переводчик считает себя этичным, даже если он не читал этического кодекса. Когда мы пишем с вами вот эту табличку, у нас абсолютно не стоит задача найти что-то, что исключительно про вас, найти что-то, чего нет вообще в других, иначе у нас так и останется эта табличка совсем пустой. Наша задача просто тупо, максимально подробно описать все, что мы можем, умеем, знаем, пробовали когда-нибудь, чем мы увлекались, что мы любим, все что угодно, может быть еще 20 столбиков, это на ваше усмотрение. И если что-то есть такое, что на ваш взгляд просто, ну, по умолчанию идет, да, в понятии перевод, да, и в услуги перевод должно быть включено, это не значит, что вы об этом не можете и не должны говорить. Потому что если люди хотят что-то там срочно, да, или, например, людям надо знать, сколько примерно займет у вас работа, и вы говорите то, что все остальные просто имеют в виду, да, например, что вы в час там переводите столько страниц, а в день вот столько, то вы уже гораздо ближе и понятнее человеку, чем все, кто это имел в виду, но не сказал. Если человек каким-то образом, да, там, ну, очень часто люди переводят там какие-то бизнес-планы, да, ну, или внутренние какие-то документы, там, типа аудитов или отчетов, нужно сказать, да, что вы там, например, там, свято храните секреты. Об этом можно не говорить прямо, но когда вы, например, будете договариваться с клиентом, да, вы можете сами обговорить этот момент, что я могу там, например, выкладывать в портфолио или просто там в целях рекламы продвижения себя каким-то образом упоминать там ваше имя или название вашего проекта, что можно делать и что нельзя. Да и таким образом вы уже клиенту как бы даете уверенность, что вы его там не собираетесь светить там, где не нужно. Даже если он, может, сам об этом не думал, но вы уже там выглядите таким ответственным чуваком, которому можно доверять какие-то свои секреты коммерческие. Того. Мы не делаем ничего на автомате, да, мы не шлем никому никаких копипаст. Мы инвестируем как минимум свое время и свои усилия, да, в то, чтобы наш бизнес развивался и наши отношения с клиентами выстраивались, укреплялись и развивались. Просто так, да, по принципу шабашника. Сейчас я скину там что-то там, и мне прилетит
заказ, я получу денежку и побегу сразу в пиццерию, мы не работаем. Потому что мы с вами изначально договорились, что это стратегия бесперспективная, да, и неэффективная в средней долгосрочной перспективе. Поэтому мы с сегодняшнего дня начинаем очень внимательно, вдумчиво и аккуратно, да, во-первых, читать и пытаться понимать, чего от нас хотят люди, а во-вторых, также внимательно, вдумчиво и аккуратно предлагать свои услуги так, чтобы клиенту было понятно, что это действительно ценное и выгодное для него предложение. Но это все, что я вам готова была рассказать, да, вот я понимаю, что это все очень быстро, что это все очень галопом, да. Мы оставляем за кадром, что вся ваша деятельность может приносить очень мало результата, пока вы, ну, простите, предлагаете не очень высокого качества перевод, да, ну там. От него будут отказываться те, для кого качество важно, да, но, опять же, это не значит, что вы должны вот сидеть и ждать, когда качество подрастет, но есть же еще люди, которым важны сроки, например, да. Лучше будете с ними работать вы, понимая, да, что вы предлагаете и чего нужно, и что нужно людям, чем, ну, кто-то другой, кто даже не осознает своих слабостей в какой-то момент. Я хотел бы добавить кое-что, если не против. Тут Эмма, конечно, все правильно, все хорошо рассказала. Здесь еще важно есть такой момент, что мы должны в процессе вот своего, как говорится, становления и развития карьеры должны думать о том, чтобы создать для заказчика, для посредника, с которым мы работаем, бюро переводов, создать, ну, я это называю такой комфортной средой. Заказчику должно быть удобно с нами работать. Мы не просто какие-то, ну, выполняем свои функции по договору, мы не просто соблюдаем сроки, конфиденциальность, прям правильно переводим, а очень важно, вот эта часть как бы нашего имиджа, можно так сказать, очень важно, чтобы заказчику было удобно с нами работать. Вот, чтобы в следующий раз, если у него возникнут вопросы... Ну, это то, что про качество вашей проблемы, услуги, да, когда вы предлагаете новый как проект, часть своих... Чтобы обратились именно к вам, если вы уже там работали с этим человеком там, или с организацией. И если вот такую, как бы вокруг себя постепенно, как говорится, ну, как это сказать, ауру, что ли, я не знаю, как это еще назвать, наращивать, то есть у нас создается, ну, работает в какой-то степени уже то, что там называют сарафанным радио, когда вас начинают рекомендовать уже как специалиста, и когда заказчик, такой тоже бывает, ждет, пока вы освободитесь, чтобы заказ отдать именно вам. Вот к этому надо стремиться как бы вот так подсознательно. То есть когда вот вы работаете, и, ну, и в процессе работы, и в процессе вот тех мероприятий по самой там рекламе и продвижению, вот это, мне кажется, нужно всегда об этом помнить. Вот такая вот, как бы такой настрой, что ли, должен быть. Ну, это то, что, о чем мы говорили, когда говорили о качестве услуги. Да? Мы не просто пишем, что мы вот крутые, мы же на самом деле должны это качество обеспечивать, да, если мы понимаем, что где-то чего-то не хватает, мы постоянно в себе это развиваем. Да, и чем больше там развиваем, тем круче и конкурентоспособнее наша услуга для тех, кому это важно, там, а не что-то другое. А мы тогда с вами будем прощаться. Да? Спасибо за участие, спасибо, что с нами были. Могу вас пригласить на курс «Перевод как бизнес», который начинается уже в этот вторник, да, конечно, гораздо более масштабная, объемная работа, да, которая там и по целеполаганию, и по построению стратегии, которая, да, там всерьез позволит вам во всем разобраться и построить самую настоящую рабочую стратегию на ближайшие 5 лет. К Новому году примерно она у вас будет готова, да, поэтому если кто-то хочет дальше разбираться в этом вопросе, welcome, там у вас еще есть 3 дня, пока мы не начали. Все тогда, спасибо вам за внимание, было приятно с вами работать, все, всего доброго. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.